Hey, с вами Slayer, и я вас приветствую в видео, посвященное выходу модпака для World of Tanks версии 0.9.3. Что же входит в мой модпак? Индикаторы UGN для ПТ-САУ и САУ, зум мод, он же отдаление камеры, улучшенный зум в снайперском прицеле HDX32 с индикацией степени увеличения и отключенным затемнением. Отключена отдача при включенной динамической камере. Добавлена более яркая альтернативная лампочка «Шестое чувство». Есть и статистика за игровую сессию, число побед, поражений, фарма, ВН8 и так далее. Присутствует комплексный XVM мод. Это пинги для серверов, играйте там, где пинг лучше. Миникарта с индикацией последней позиции со света противника. Также миникарта показывает радиус обзора, в том числе с учетом стереотрубы. Миникарта также может показать вектор UGN для ПТ-САУ и САУ и направление камеры. Есть фирменный слейеровский индикатор засвета ZZZ. Хитлок, кому и сколько вы нанесли урона. Добавил более крупный индикатор захвата баз. Есть и иконки топ-кланов. Ангарное улучшение XVM. Посадка на танке одной кнопкой. Лучший экипаж родной, экипаж того же класса. Часы! Меня давно просили их добавить, и я добавил. Включая число, месяц и текущее время. А на первом экране после боевой статистики показывается чистая прибыль за бой, процент попаданий и нанесенный урон, как по засвету, так и ваш. Панель урона с расширенной статистикой и таймером перезарядки противника. Подчеркиваю, этот мод не является запрещенным. Информационная панель с индикатором тарана. Красный лучше не таранить, зеленый таранить можно. Индикатор, откуда прилетел в вас снаряд, с индикацией по секундам. А в ангаре у нас снова появилась танковая карусель в два ряда с расширенной фильтрацией. Уж очень много у меня танков, почти 100 штук, поэтому карусель нужна. А в бою, кстати, у нас есть калькулятор приведенной брони. Ну и разумеется, так как я делаю много видео по танкам, есть у нас и свободная камера в реплеях по F3. И завершают наш модпак прицелы с таймерами перезарядки, временем полета снаряда для САУ, от Заяц и а-ля вспышка. Именно там есть время полета для САУ. На этом все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, качайте наш модпак, ссылка на него есть в описании, и обязательно участвуйте в наших живых стримах со зрителями. Пока-пока!